Каждый житель дома номер 26 знает этого любезного человека. Детишки называют его ласково «дядя Валера», взрослые с уважением «Валерий Иванович». И все одинаково поддерживают его старания сделать двор не только чистым, но и красивым. Охота потворить что-то, приукрасить наш двор. Мне хочется, чтобы было чисто и красиво. В этом дворе принято без дополнительных просьб помогать друг другу. К примеру, когда Валерий Иванович придумал украсить двор к Новому году, многие жители безоговорочно вышли на помощь. Сделали горку, привезли и украсили живую елку. Валерию Шварцу показалось, что не хватает ярких красок. И тогда за одну неделю он смастерил главных героев праздника. Я из интернета взял основу-то. Ну, зачем изобретать велосипед? Посмотрел, мне понравились эти картинки. Я их сразу... Мне сын скинул на флешечку. Я пошел... Как это называется у нас? Распечатали. Да, распечатали. Распечатали мне. И все, я рисовал. Нарисовал, сразу набросал. Тут же вечером вырезал сюда, принес. Вырезал здесь. Они с фанерки, да? ДВП. ДВП. Петушок у меня прошлогодний. Это как символ уходящего года я его оставил. И символ приходящего года. Песик. У него в руках любое дело спорится. Даже простую кладовку Валерий Шварц превратил в дворовый офис. Место, где он может заниматься творчеством. Мне обязательно где-то надо мастерскую какую-то, чтобы я где-то что-то мог делать. Не просто там присел, где нашел место. Чтобы у меня было все там. Инструмент был и мог готовить. А летом, говорят местные жители, во дворе становится еще краше из-за клумб, которыми занимается супруга Валерия Шварца Татьяна. Кстати, она тоже дворник, только на другом участке, но помогает мужу с удовольствием. Я в саду занимаюсь цветами, ну и мне захотелось, чтобы и во дворе было красиво. Вот моя, конечно, инициатива тут сделать вот цветы. И еще хочется больше на следующее лето, другая уже задумка, еще больше посадить цветов. Вот. Чтобы дом ярче стал. Да, вот. Чтобы двор, во-первых, такая чистота во дворе, благодаря мужу. И, конечно, хочется, чтобы в этой чистоте еще что-то было и красивое. Вот эти яркие пятна, вот эти яркие цветы, чтобы радовали глаз. В этот двор приходят ребятишки со всей округи, и никто не позволяет себе испортить чужой труд. А местная детвора даже порой помогает любимому дяде Валере в очистке горки от снега, чтобы каталось лучше. В общем, все в нем души не чают. Идешь там в магазин, туда-сюда утром, здрасте-здрасте, поговоришь, все. И с детьми он общается хорошо, и с нами он хорошо. Бальзам на душу, это мужчина у нас, бальзам на душу. Да, в любом вопросе поможет, даже вот дома что-нибудь. Вот знаете, замок сломался в двери. Кто поможет? Валера помог. Одна горка пусто. Валерий Иванович, у нас такие красивые бордюры здесь сделал. Снега было больше, чем в этом году. Бордюры, ледышечками цветными все отделал. У нас были шикарные такие ворота с Новым годом. В этом году снега меньше, зато появился красивый Дед Мороз со Снегурочкой. И вот эта вот надпись. Валерий Шварц считает, что не стоит ждать помощи со стороны. Нужно делать все самим, тогда и жизнь станет ярче. К слову сказать, планы на лето у Валерия Ивановича уже есть. Он хочет украсить забор декоративными елочками. А если разрешат хозяева, то вовсе нарисовать на нем героев популярных советских мультфильмов. Ольга Демьянец, Константин Миронов. Новости «Твой день».